Это чудовище привез Артем. Не вот прямо сейчас, а получается, вчера нас здесь не было. Мы ездили в Москву, но одно сидело. Позавчера к ночи он его привез. Я увидела объявление в Питере. Артем как раз был в Питере. Я попросила его позвонить, спросить, что как, и узнать. Ну вот он съездил, узнал. И что вот это вот что было? Да, оно мокрое. Имени пока нет. Зато энергии хоть отбавляй. Мяукать не умеет. Издает какие-то непонятные звуки. На руках не сидит, гладиться не любит. Но очень активная, очень игривая. Киса! Кисунь! Это кошечка, ей 2,5 месяца. То есть день рождения, пока я помню, вообще у нее вроде как 15 марта. Поменяли ее на мешок корма. Нельзя с руками играть. Я все время об этом забываю. Сейчас ей нельзя ни с кем общаться, прививок у нее нет. Ее глистогонили. Ну вот сейчас надо еще раз глистогонить. И потом дней через 10 уже начать делать прививки. Вот. Но легких путей это не ищет.